В детской музыкальной школе график работы плотный. Выделить время на вакцинацию преподавателям сложно. Бригада врачей городской поликлиники по предварительной заявке без отрыва от учебного процесса провела вакцинацию коллектива всего за 30 минут. Прививку надо делать обязательно только для того, чтобы в учебном заведении меньше было инфекции. Приходят большое количество детей на уроки. Эльвира Борисова поначалу прививаться от гриппа не планировала. И зря, говорит доктор. Вакцина современная, стойкий иммунитет формируется за 3-5 дней. У меня были сомнения относительно прививки, нужно ли ее делать. Но профессионализм доктора меня убедил в том, что действительно это важно. И через наши руки, так сказать, сообщением проходит большое количество этих детей. Они, безусловно, приносят нам инфекции. Прививка – это разумная забота о собственном здоровье. Многие пациенты, как отмечают врачи, еще до начала вакцинации изъявляли желание сделать прививку от гриппа. Мы рекомендуем делать прививки против гриппа наиболее ослабленным слоям населения – инвалидам, больные, которые астмой, хроническим бронхитом, потому что именно они в первую очередь подвергаются заболеваниям и болеют очень тяжело. Пригласить в учреждение врачей можно по предварительной заявке. Вакцинация проводится бесплатно.